Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики, гости моего канала «Диорама из пенопласта». Меня зовут Сергей, и в этом видео я буду заканчивать диораму «Одни из нас». Проведена большая работа по наполнению диорамы, и прежде чем начать, давайте пробежимся по тому, что я уже сделал. А именно, в первой части я нашел похожие фигурки Элли и Джоэла и расписал их. Вторая часть была полностью посвящена основанию диорамы, то есть ландшафту. И по завершению ландшафтных работ, да, вот в этом месте должен быть построен дом. И дом был построен. Я старался его сделать похожим на фотографии по локациям игры. Следующая часть, а именно четвертая, это склейка и покраска автомобилей из картона, который я должен был установить в провал на основании диорамы, что я и сделал. И в принципе основная часть подготовки к диораме была выполнена. Мне оставалось расписать бандитов, то есть преследователей Элли и Джоэла. Что я и сделал. В этом мне помог набор от Мастербокс. Заядлые грабители, братья Джонсон, Бобби и Билли. И вот что я имею на данном этапе. То есть у меня основание подставка, дом, машина из бумаги и картона и 4 раскрашенных фигурки. Осталось дело за малым. То есть дополнить диораму всякими ништяками, чтобы диорама «Одни из нас» стала более узнаваемой. И так как сюжет диорамы полностью выдуман, полет моей фантазии безграничен. И начну я, пожалуй, с билборда. Это реклама фильма «Рассвет волка». Он довольно часто встречается в игре. И если Джоэл и Элли к нему подходят, то начинают разговаривать об этом фильме. Это пародия на сагу «Сумерки». Все я это прочитал в интернете. Можете поискать сами. Может быть, что-то еще интересное найдете. А тем временем изображение афиши я распечатал на принтере и буду делать из него полноценный билборд. И так как стекло на билборде разбито, вандал какой-то постарался, я их вырежу и сделаю имитацию из пластика, а заднюю стенку и рамку из бальзы. Итак, билборд готов. Я приготовил еще несколько распечаток. Это объявление об эвакуации, табличку диорамы «Одни из нас» и граффити с обозначением группировки цикады. Объявление об эвакуации встречается также на улице города. Здесь написано, что все жители будут эвакуированы с такого-то по такое-то время, а те товарищи, которые подозреваются в заражении вирусом, должны пройти тест и сдать анализы. И также здесь написано, что неукоснительно следовать инструкциям и запрещено сопротивляться властям. А вот это объявление мне просто понравилось. Здесь написано, что в этом здании запрещено носить оружие. Господи, Google переводчик мне в помощь. Итак, Бобби что-то заметил и начинает движение в сторону Билли. Билли что-то заметил наверняка. Наверняка.
Это был Джоэл. Он укрылся за автомобилем. И теперь при сопоставлении фигур можно понять, что машина действительно 24-го масштаба. Или мы поставим около подъезда, и из-за билборда Бобби ее не увидит. Добавлю сухую листву на дорожку к ползуну Билли и закреплю ее жидко разведенным клеем ПВА. Также на дорожку добавлю пару листовок. Да, вечер перестает быть томным. Ожидаются жаркие минуты. А, и да, здесь на билборде какое-то чудо разбило стекло. Нужно положить осколки вниз. Ну и кирпичи до кучи. Ну вот диорама «Одни из нас» и готова. Можем ее посмотреть. И мне есть что вам показать. А вы подписывайтесь на мой канал «Диорама из пенопласта», чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайки, кому понравилось. Дизлайки, кому не понравилось. Оставляйте комментарии. Ну а мы с вами не прощаемся. До встречи в следующем видео. А я желаю вам, как обычно, всех благ. И главное – здоровья. Берегите себя. Ну и продолжаем смотреть диораму.